писать гадости, зачем? Но меня это никак не берет, потому что, ну, это, блин, бред. Мы работаем с адекватными людьми, и зачем нам эта вся херня, вообще не ясно. Никак реагировать на нее тоже не хочется. Девочки, дальше. Есть крутые лосины, 800 гривен их цена, теплые классные лосины. Вот такие вот они у нас внутри. Можно смело забирать. Раньше были в размере XS, теперь есть в размере еще ML. Поэтому, кто хотел, можно забирать лосинчики. Вечером сегодня к вам они уедут. Дальше, девочки. Есть очень классные Челси. Это вот такой вот вариант. Цена от Челси 1500 гривен. Они теплые. Показываю вам их внутри. Они теплые. По желанию мы с вами надеваем вот такое вот украшение. Получается у нас вот так вот. 1500 гривен цена. Дальше. Есть вот такие вот шикарные просто ботфорды. Они идут теплые, очень удобные на тракторной подошве. Их цена 2200 гривен. Они у нас идут теплые не только внизу по стопе, но и по всей ножке. Весь чулочек идет утепленный. Они спокойно принимают форму вашей ноги. Чулочек я имею в виду. Поэтому можете смело забирать. Цена их 2200 гривен. Просто шикарная. Есть вот в таком варианте, есть еще вариант у нас со строчкой на носке, в общем, 2200 гривен их цена, классная, удобная, у кого широкая ножка, можете тоже смело брать, они у нас идут очень полномерные, размер в размер, поэтому кто искал себе идеальные ботфорды, вот они, есть размеры, кому интересно, я могу померить на ножку. Это кожа, это эко-кожа. Обувь я показала, меряю вам, девочки, еще курточки. Вот такой вот молочный. Доброе утро, доброе утро. Вот такой вот есть молочный. 2200 гривен цена вот такого шикарного пуховичка с капюшоном. Поэтому, кто хотел, можно забирать. Есть он в молочном цвете и есть еще в черном цвете. Цена костюма, который на вас. Цена костюма, который на мне, 1700 гривен. Они есть в разных цветах. Курточки тоже есть. Молочный есть черный. Поэтому, кому нужна, можно смело забирать. За 2200 гривен шикарный пуховик. Я считаю, это идеальная цена. Поэтому, кто хотел, можно забирать. Цена костюма, как на мне, 1700. Они у нас есть в черном, есть в цвете хаки, есть в сером, в граффити. И также есть еще в таком рыжем, светло-коричневый, рыжий цвет еще есть. Вам идет очень этот цвет. Какой цвет? Молочный. Молочный всем идет, он всех освежает. Поэтому, кто хочет себе пуховик, можно забирать. Можно забирать идеальный красивый пуховичок. Дальше, девочки, есть очень красивые гольфы.
цена которых 500 гривен. Сейчас я вам покажу его поближе. Зеленая подписка, боже, спасибо, не надо. Где мои гольфы? Ага. Вот такой вот вариант гольфа у нас может быть. 500 гривен цена. Он идеально, он просто вообще не катается, в шикарном качестве. Есть у нас он в бежевом, есть в молочном цвете. И есть еще, по-моему, в голубом один вариант. Поэтому, кто хотел себе гольф, 500 гривен цена, можете забирать. Девочки, боже, мне кажется, я за 2 часа вам просто все обошла. Вы ничего не пишете. Хотя я с удовольствием бы прочитала бы ваши все сообщения и показала бы вам все по вашим желаниям. Есть вот такие вот шикарные костюмы Чикаго. Они идут теплые на флисе. Есть цвет электрик с капюшоном. Штаны у нас вот такие вот джоггеры. Есть они у нас в синем цвете. Есть они у нас в нежно-голубом. Вот такой вот есть мока. Электрик очень красивый. Елена, правда, очень красивый. 4,5 это 8. Вот такой вот есть молочный. С черными буквами. 7, 8, 6, 38. Черный. Кто хочет костюм без капюшона, это вот такой вот вариант штаны джоггеры. Вот такой вот вариант штаны джоггеры. Какой есть 308. Вот такая вот кофточка у нас на змеечке, на флисе. Давай, да. Боже, ну типа 10 минут еще можно менять. А, на фитнес? Да. Без капюшона есть цвет электрик. Без капюшона нету цвета электрик. Без капюшона показываю, какие есть цвета. Это вот такой вот у нас коричневый. Дальше вот такой вот у нас графит, 1700 гривен цена, есть не электрик, но есть синий, вот такой вот синий. Вот такой вот хаки есть, 1700 гривен, и черный, как на мне, на змейке, Елена, на змейке. На змейке есть с флисом или без флиса, с вами смотрим. Елена, электрик? Электрика нет. В цвете электрик только один вариант, который я вам показала. На флисе с капюшоном и штаны джоггеры. Больше цвета электрик у нас как бы вообще нет. Я вот только держу вот такой вот синий. И все.
сделаю. Угу. Он без флиса, идет. Вот такой вот вариант. Сзади у нас вот такие вот резиночки, можно регулировать себе. Вот такие вот штаны джоггеры. Очень красивый костюм, цвет подобный электрику. Ну, он не такой яркий, он более приглушенный, но тоже яркий, синий. Вот такой вот вариант с капюшончиком. Как вам костюм в этом цвете? Такая модель. Что вы скажете, Елена, как вам? Что мы с ним делаем? Покажу вам поближе. Вот такие красивые у нас лампасы. Это ливеной бренд Alexanes. На грудь 105. Это эмочка. Эта эмочка спокойно у вас будет. Вот я держу. А бедра скажите мне, чтобы низ вам тоже подошел, Елена. Бедра. А, 110. Надо посмотреть размер. Так, 3200 его цена, это у нас размер, можно S, можно M, смотря как вы любите, они идут, в принципе, очень полномерные, поэтому, Елена, если да, можете собирать, наверное, M-очку, чтобы вам точно, вот, наверное, M-очка вам будет очень хорошо, мало ли. Елена, если да, 3200 его цена, пожалуйста, отправляйте мне плюсик. Отправляйте мне плюсик, делайте скриншот и переходите в Инстаграм для оформления заказа. А есть что-то в таком цвете на флисе? Есть, Алекс, один вариант. Подобный костюм, только не Alexanes, а Чикаго, в цвете электрик. Спасибо, я подумаю. Отлично, Елена, мы вас очень ждем. Алекс, показываю вам